Ну все, начинаем тогда прохождение, похождение. Очень, кстати, оптимистично, как ты видишь. О море чем-то напоминает вот такая вот картинка. Да нет, это просто карандашом нарисовали. Ну и говорю о Бюджет, море. бюджет видео. Ой, бюджет игры слишком высокий. Ну слушай, карандашом обычно сложнее рисовать, так как ты должен, особенно если анимация в игре есть, карандашом очень сложно. Жесть, нам такой богатый выбор дают. Как будто в Геншин зашел, вот такой Реально. же выбор. Шесть вариантов, знаешь, целых. Ну слушай, тут вариантов даже больше, чем в Геншин, и там их бывает по 4, а тут аж Ужас. 6. Вообще жесть просто. Но музычка, кстати, пооптимистичнее, чем в Аморе. Ну да, и выглядит более оптимистично, Ой. чем в Аморе. Давай мы давай сейчас найдем самую большую палку ему по роже. Давай. Я могу забрать это? Я не могу. Можно было бы просто сейчас дерево поднять и бам. Я понимаю, кстати, вот этого чела. Ну ты уже игру проходил, так что, наверное, понимаешь. Нет. Я типа просто ее прошел именно прям. А, я не могу с этим. Ну ладно. Я просто так мельком пробежал. Ой. Ой, А у тебя сейчас осуждаю. запись идет Да, или у просто? меня запись идет. О, мама, я на Как ютубе. грубо, да. Ой, как грубо. Жесть. Очень. Ну, собственно, обычно так и общаются во дворе. Ну, вообще, да. Обычно во дворах так и общаются, кстати. Осуждаю. А Ну я... и посмотри на его Я могу лицо. бегать! А нет, показалось. Ну, это типикал двор. Кстати, реально выглядит как обычный двор. Знаешь, Да. типа город не новый какой-нибудь, типа, там, не знаю, Москвы, а вот старые города. Советские. Ну да, примерно те же панельки. Вообще прикольно выглядит, кстати, такой Я вайб. живу в таком городе. Я живу в таком городе, и это, да, примерно так выглядит. Нет, ну по факту прям реалистичность, кстати, реально высокая. Ну да, Таких же это очень городов похоже. куча, вот прям таких. Панельки вот эти, класс. Ну ладно, это прикольно. Я в такой же живу. Так. Угу. Тоже в школьной форме зимой и лепишь снеговика. Не, я зимой обычно из дома не особо выхожу. Понимаю. Ну как зимой? Зима 9 месяцев. Нас кто-то, кстати, убежал. А, тут не надо на Shift нажимать, я по КД бегаю. Меня отсюда тоже выгонят, да? Из этого дома. Домофон. А, домофон, запирающий дверь, сбит. Это здание должно быть заброшено. Хороший вывод. Нет. Нет, это нормально. Нет. Типичное Нет, здание. вот... Я пойду домой. Цокольный этаж. Если бы вот, знаешь, вот этого вот стеклышка, на котором показывают цифры, там была сигарета выкурена, вот тогда бы точно было реалистично. Но это обычные подъезды, ничего нового. Ну да. Обоссаны, обосраны. Я как будто сожжены были несколько раз. Чего? Подожди. А, нет, показалось. Ладно. Ну, первый этаж пошли. Ну, прыгаем мы через перила, в чем проблема? Все нормально, так и должно. Да, все как в обычный дом. Типа, стандартный. Слушай, это какая-то элитная, это какой-то элитный дом. Смотри, сколько квартир на одном этаже. Четыре. Да. Капец, жесть, Это реально элита. какой-то элитный дом. Кажется, здание заброшено, не хочу случайно ворваться в чужую квартиру. Ну да, справедливо. Я тогда приехал в любой город в России. Мне не стоит следовать зданию, пока я не поговорю с кем-нибудь. С кем можно поговорить? У меня есть телефон. У меня есть стеклянная банка. А, мне надо набрать бензин. Он. Шли искать бензин в доме. Раз, два, три. Тебе тоже кажется странным, что нам нужно набрать бензин дома, в доме? Нас привезли в обычный дом, и мы должны тут набрать бензина. Архитектор облажался. Интересно. Нет, чё, это еще хорошо. Если бы дверь на улице была, было бы хуже. Нас заперли в ванной, кстати. Спасибо, игра. Ну, однушка. Нам... За 5000 рублей на окраине. За 5000 рублей в секунду, ну да. В Москве, вот однушка в Москве на окраине. В Питере, в Питере.
Жесть, ну стилистика артов тут, конечно, красивая. Да. А я могу поговорить? О, что-то нехорошо, да? Заправка. Ладно. Взаимодействие с предметами на Enter. Попробуйте включить плиту. Круто. Мы можем включить плиту. Можем что-нибудь взять из холодильника. Давай украдем чеснок. Мы украли чеснок. Съешь его. Я не могу съесть. Съешь стеклянную банку. Я не могу. Обидно. Большой витринж можно открыть. Давай все тогда получается. Лутаем заброшку. Но видно, что тут давно не убирались. Да нет, типичная комната. Это выглядит как какая-то элитная общага. Реально. Но мусоропровод тут, кстати, есть. Это редкость, кстати, действительно. Если он еще и рабочий, а не заварен, то это тем более редкость. А я могу сразу пойти вниз? Я могу уйти? Нет, нет, не могу. Да, на втором этаже нас встречает та же самая атмосфера. Но тут зато я могу обследовать все квартиры. Они все заброшены. Чё это? А чё это? А, ну ладно. Конечно. Конечно. Можно будет будем перепродать. Будем потом в школе. Конечно. Чё-то мы все лутаем. Это интересно потом вообще пригодится? Мне кажется, мы сейчас по концовке вора идем. Реально. Я что-то взял еще, что это? Фигурки, чеснок, Байкал. Прикольно. Изображение тебя. Спасибо. Нас. Страшно. Вот представь, да? Вот представь, да? Типа, приходишь ты в такую заброшку случайно, а там вот такое вот и сидит изображение тебя. Ну слушай, нарисованы красивее, чем... На фотографии. Ну это база. О, грибы. Ну это база. Почему она упала на ровном полу? Ну это знаешь, как моменты в аниме, когда ударяются и падают, и помогают встать, и в итоге начинается любовная линия. А, да? Прикольно. Ну что-то по стилистике, мне кажется, тут такого не будет. А, мы за Леру играем. Ну это Советский Союз, ты чё? Тут такого не будет. Да, тут скорее будет мясо. Ура! Грибы. Мне нет никакого желания узнавать, что это. Это грибы. На ковре лежит кассета. Чё за кассета? Мультфильм. Мультфильм. Не знаю, ура! О, там даже Винни-Пух, помнишь эту песенку? Ну там Винни-Пух нормальный, кстати, был прикольный. Забираем, лутаем вообще все. Можно даже картины забрать. Ух, хлеб дергается. Нормально. Что? Жесть, мне рады здесь, удивительно. Хоть где-то мне рады. Справедливо, да. Я взял кусок хлеба. Мне кажется, знаешь, мы сейчас к концу придем, у нас тут чисто вот так, полностью за это он. Большая зелень. Если воробьиный скелет. Где? Стой, подожди. У тебя в инвентаре. А где? Под Байкалом. Под Байкалом? Чё? А это откуда? Странно. Возможно, ты из ящика взял. Может быть. Она Она предлагает хлеб. Или чай. Ну, мы видели хлеб. Уже хлеб. Понятно, почему нет. А вот от чая можно было бы и не отказаться. Ну да, вон он стоит вроде нормальный. Жесть, она отказывается от чая. Она голодная, мы теперь за девочку играем. Ну да, ее вроде Лера зовут. Там же только что это было. Че, принять я предложение? Зовут. Будем белобрысую пить чай. Лера зовут. Давай. Нет, белобрысую зовут Ника. Нас, получается, то и того, за кого мы играем, зовут Лера. Ну, если это я, очень оптимистичный настрой, спасибо. Это пряник. Жесть. Thank you.
Это не так работает, мне кажется, как тут написано. Жесть, мне дали пряник. А чё с ним не так? Тульский пряник. Можно есть. Я сразу вспомню все эти мемы по анониму, вспомнишь из ТикТока. Еще одна кассета, давай посмотрим потом. Осталось только маску найти. А, вон, домашнее видео. X2. Надо на монтаже будет маску добавить. Да. Да-да-да. Сейчас. Хочешь сейчас накинуть сразу же? Нет, это не... Нет, оказывается, так нельзя сделать. Это слишком долго будет тогда, ладно. Не суть важно. Чё еще можно поговорить, да? Да, допустим. А, я могу ее двигать и лутать. Давай. Кусок жжёной бумаги. Нет, она уже выглядит грустной. Она никак не выглядит. Жалко. Не, посмотри на ее лицо. А, все, я теперь дальше нельзя. Нормальное лицо. Чудо, что никто не вырвал трубы из стен. Ну да, кстати, действительно. Обычно... Учитывая, что тут живет... Они бы ванну унесли с собой. Реально. Учитывая, что тут живет один человек, как бы да. И походу... Просто если еще ее квартиру, то в принципе она не так уж плохо живет. Ну да, слушай. Если это весь дом, он тут типа живет. Прикольно. Интересно, как долго телевизор тут стоял. О, это проигрыватель кассет. Круто. Мы можем прокрутить кассеты. О, у нас кассеты. Есть краски кассеты две. Три. Три у нас, да, кассеты? Давай посмотрим. А, у нас несколько. Политический фильм. Давай. Давай. Я ничего не понял. Это было странно. Это не похоже на политический фильм. О, мультфильм. О, мультфильм, вот ты как раз. Ой, про Винни-Пуха, реально. Реально Винни-Пух. Жестко. Четко. Так, давай пока не будем смотреть те вот эти вот домашние видео, давай сначала найдем первую часть, чтобы не портить. Реально, ну можно, в принципе. Повествование. Повествование? Да и... Тем двум зрителям, которые... Подожди. Это видео будет интересно. Жесть, это что? Окно. А, это Frost фотография, кстати, гениальная тема. Чисто. Упаковка молока. Заберем молоко. А, она отказывается брать молоко или она взяла молоко? Нет, она ценная, ценная чашка, ценная чашка. Круто. Да, действительно. Мне кажется, она у каждой советской семьи есть. Такой подпоровый сервис, который никто не использует. Ну, это база, да. Вышивка с крестиком с котом. Прикольно, кстати. Я уверен, что однажды видел это у бабушки. Ну да. Какие очаровательные кастрюли сковородки. Здесь как-то все слишком... Все такие были. Да, мне кажется, слишком не тронуто. О, конфета. Сейчас заглядываем в унитаз. О, конфета. Я могу ее съесть. Я ничего не могу съесть, даже конфету. Скам. Минус 10 баллов из одного. О, третий этаж. О, кассета. Мы нашли первую часть, смотреть? Пошли смотреть, реально. Так, это сюда. На третьем же, да, был проигрыватель тут вроде. Mm-hmm. О, а тут что-то как-то... Подожди. А, это мы только что сюда поднимались, нам нужно на второй. Так, на второй. А, все, понял, сюда нам надо. Ага. Вот. А, нет. Ну, в другую левую комнату, да. Сюда. О, все, нормально. Ой. Я ждал тут что-то другое. Это мясо? Ну, получается, да. Я вижу хлеб, яйца, мясо, голову чью-то. Что бы это могло значить? Теории не будет, не тот канал. Мы, получается... Да.
А мы на третьей еще не были. А, мы вот, на мы на третьей, да-да-да. Ну пошли по классике самого левого. Справа. Это право. Ой. Неважно. Шесть. Ужас. Не надо уйти. Я могу зайти обратно? Могу. Прикольно. Ну, облутать-то надо, вы что? А, понятно. Тут ничего, тут нечего лутать. Я просто отвисать, что-то, чего от него хотите, согласись? Реально, действительно. О. Заплесневел торт. Обидно. Жесть. Она узнала, где найти бензин. На четвертом этаже есть бензин. У нас есть ключ. Вау. Мне интересно, где в подобном икона. Надеюсь, она поможет. Интересно, я думаю, вот рядом с ней её, вот под одеялом лежит кто-то. Мушки вон летают. Я не знаю, кстати. Кто там спит? Кто-то спит. Нэнси, наверное, или Андрей. Так, ну я могу включать свет, это уже радует. Я могу включать телевизоры, но они не работают. Да. Что-то как-то мы вообще все берем. Почему я тут не могу пройти? Ну ладно. Ну это правило всех РПГ. Все, что можешь забрать, бери. Чё-то темно. Учебники для дошкольников. Давай возьмем. Чё мы с ним можно сделать? Ой, сколько у нас уже вещей тут. Да. Можно будет все выгодно продать. О, я могу включить. Что-то начало гнить. Ладно. Ценные вещи. И чай. Можно же их унести, если они ценные. Их нельзя унести. Жаль. Но это обычно заброшенное здание, типа нормально. Оно не выглядит заброшенное. Это не важно. Это четвертый этаж, да? Здание А. Значит, есть где-то здание Б. И В. И В. О! Еще одна газировка. Что с ней делать? Вау, какая элитная квартира, нефть прям. А это нефть? Бензин. Отвратительная грязь. Ну да, это больше подходит под описание. Почему-то мне кажется, что это не бензин. Мне тоже. Мне кажется, это не... шоколадная. Мне кажется... шоколадная рука. Это шоколадная река мини-бонки сюда протекает. Банка с жидкостью. Это банка наполнена бензином. Ну все, получается, можем идти, да? Это не бензин. Жесть, мы еще и в столице были. Ты успеваешь же читать? Ну. У меня просто скорость чтения высокая. Ты если что говори, я буду, ну, типа, не так быстро проматывать. Текст, который она говорит, в принципе, да. Идеальная эфемерная картина. Ладно. Давай вот эти тогда два этих осмотрим и пойдем до вниз. Нет, там еще пятый этаж есть. Мы должны все залутать. Жесть, реально. Нам нужен лут. Ой, это крипово выглядит, кстати. Ракета. Ракета. Лунатики будут добрее, чем те, что на земле. Ну да. Чё какой? Это вот... Хакой на такое собирается свалить. На ухо Хакой украл ракету. Да-да-да. Украли у Хакой ракету. Жесть, бедный Хакой. Так, ну получается, да, давай. Почему она говорит, что Лера преследует? Почему Леру преследует? Ну, типа, она же сама зашла, когда она зашла, уже девочка тут была. Ну, по сути, да, кстати, она сейчас права. Ну, это правда. Это факт. Жутко. Ну, слушай, шариться по заброшке ночью не жутко, да? Ну, давай вот верхние, я не знала. А чё там? А, ну, допустим. Старые люди.
Спасибо. Ну хотя, собственно, Туда да. меня. Рост 1,5 метра, зато выглядим как дед. А, дальше вход на крышу. На крыше ничего интересного нету, наверное. Ну вдруг там есть лут какой-то легендарный. Легендарный лут. На Там, не крыше. знаю. О, Здесь можно вообще... увезти. Нет, здесь вообще ничего нет. О, там эта девка. Я могу унести вот эту трубу, например, или провода скрутить, нет? А ты можешь спрыгнуть? Нет. Я не могу скрутить провода, я бы их унес. Наверное, надо это озвучивать, да, по сути? Неважно, кому надо, прочитают. Так. Путешествия в космос больше не прибыльные. Конечно. Купим камень. Конечно. Конечно. Надо больше лута. Меньше вот валюты, видел, больше какой? Лута, да? А? Это вот тот легендарный предмет, о котором я говорил. Сейчас обменяем весь наш мусор на легендарный предмет. Вы пропустили один предмет. А, все, мы не можем больше поговорить, ладно. Ну пошли теперь пошли обратно. Пошли обратно. Что-то изменилось. Ну или мне кажется. Ну погнали еще выше. Выше? Это не та лестница. Ну погнали выше. Вот тут дверь, кстати. Че? Плакаты музыкальных групп. Это комната. Ну вот, да, она сама сказала, что это комната простого подростка-панка. Неудивительно. Что мне теперь делать? Те обратно. О, это же сцена из этой, из... О, там какая-то лестница была. Да-да-да, подвал. Она закрыла нас в подвале. О, тут портрет Ким Чен Ына был. Блин, я хочу обратно, там был портрет Ким Чен Ына. Лампы вроде светят, а вроде бы и нет. Да. А куда идти? Сюда? А куда? Е. Просто клик. Просто на все сейчас ходишь кликаешь. А, жесть. Хорошее название. О, кровать, можно поспать. Я хочу скипнуть ночь. Я хочу посмотреть, что написано. Там пока написано на двери. Пока-пока. Я не хочу ходить без этой... Жесть. О-хо. Это арты. Аниме-картиночки. Ура! А вот что тебя от этой может отталкивать? Посередине, которая согласилась. Ну как бы... Это же аниме-картиночки, как он может. Я ее заблюрю на всякий случай. А я даже не могу прочитать описание. Обидно. Жалко, было бы весело. Особенно вот это, да? Да. Жесть, комнаты меняются. А куда дальше? Сюда, обратно? Спасибо, тут ничего нет. Куда? О! О! Здрасте. Эвакуационный выход. Типа да, эвакуа-выход. Почему я не могу поговорить с сущностью? Эвакуация. Здравствуйте. Мне кажется, нам нужно туда идти, куда показывает знак. В стену. В стену нет, там... Ну ладно. А. О, опять картиночки. О. Мне кажется, это... Хотя... Это пропаганда. Ну, это, мне кажется, самая безопасная комната из всех, самая прикольная. Нет, только вот не сюда. Ад. Нет, только не это. Жесть, а что там написано? Хочешь, я тебе песенку спою? Понимаю. Это у нас календарь. Огнетушитель, я могу его съесть? Я не могу его съесть. Там кто-то оставил комментарий А знаком вопроса. Где, где, где? На доске. А, нет, это оценка типа А с плюсом. Разве нет? А, да. Да-да-да. Пиксельная, ничего не понятно. Это оценка, это А с плюсом. О, я могу вот так делать.
Спасибо. Значит, это American School. Ну, не похоже на то. Парты, Ну видишь, да. двойные, да. Это оценки американские, а школа наша. Это по приколу поставили. У нас тоже, да, ну, типа, такое было, чисто по приколу. Ставили оценки. Подвал. А можно не надо? Довольно-таки чистый, кстати. Ну, достаточно, кстати, да, согласен. Просто Не считая вот этого штукатурка. чё... Да, немного потрескалось. А, я никуда не могу зайти, потому что это подвал. Ммм, куда же я пойду? А можно наверх? О, здесь портреты Ким Чен Ына. Сюда. Под портрет великого вождя. Реально, кстати, ой. Понимаю. Ломалось. Спасибо. Это я, если что, хакерскими методами проход открываю. Но видно, что мы подросток, ребенок еще. Мы просто подходим к чему-то и уже ломаем все. Это база. А я назад не Нам, могу наверное, в рот идти. надо. Я очень старалась, но... Пластинка. Я не могу ничего залутать. Это бесполезная комната. Пока. Улыбка. Куда? В комнату пока или в В комнату с улыбку, улыбку? конечно. В улыбку. Нечитаемый текст. Мы в канализацию спустились. Наверное. А, мы вернулись откуда пришли, кстати. Значит, пока. Ой. А, стоп, комната меняется с каждым разом. Реально, давай походим вот так сейчас, чисто по фану. А, А, не, все, она все пока, больше. друг. Или надо просто зайти, типа, с того края. Нет, она не меняется. А чё вот в этих дверях? Тут еще что-то есть, какая-то лестница. Чё, пойдем вниз? А, ну, выбора нету. Давай сначала другие А посмотрим. выбора нету. Печенье. Пиво. Я не могу это залутать. Мясо. Добро пожаловать в Это что за гастроном. пуху? Не знаю. Добро пожаловать в гастроном. Хорошее название, согласен. Нечитаемый текст, О. обожаю. А, осуждаю такие слова. Как ты? Хотя не наоборот добавляет шарма. Ну, по факту, да, но все равно на всякий случай. Комнаты стали меняться. Это нормально, бетон начал двигаться. Бензин. Звучит как имя. Че, пойдем к машине? А сейчас можно сохраниться? Нет, по-моему. Блин. Я не... А я... О, я могу сохранить. Ну вот сейчас. Блин, поздно. Надо Ну было да. сохранить до выбора. Думаю, эта лестница отведет тебя к машину. Я тебя люб... Хочешь, я в тебя влюблюсь? Да, интересно. Ну, типа стандартная надпись. Ну, пацанские. А где перила? Это же небезопасно. Украли. Пилили на металлолом. Секрет. Не. Ты нормальный человек? Я не знаю, учитывая, что мы в это играем, я не знаю. Согласен. И кричат, и орут. Ты Я будешь не писать? пытаюсь, давай так, чтобы она Давай. нас выпустила. Она нас тут запрет сейчас в подвале. Почему она остается тут? Давай заберем ее. Да, Это с можно? собой. Да, в Можно с Москву. собой. Мы же в Москве А, живем, стоп. да? А, все. Ну, получается. Жесть. Грустненько, Вот это, я, кстати, грустненько. раньше не замечал, но вы прям намного ее выше. Ну да. А куда? Зачем? Я у тебя на пути, допустим. И чё? Ничего не изменилось. Ну ладно, жалко, конечно. Пока. А, она А всё? исчезла? Нет, она не исчезает, кстати. Если она сейчас перед нами впереди появится, то это будет еще страшнее. Нет, она стоит там. Бу. А...
Спасибо. Мне сломали машину. Дерево успело вырасти из обломков. А, Ха-ха. временная Блин, аномалия. ну да. Фонду явно стоит заняться этим. Ну да. Да. А я могу сохраниться сейчас, потому что я знаю, что тут несколько консолок. Логично. Это было. Стой, подожди, там что-то пишут в чате у нас. Нас что-то пишут в чате. Угу. Я уже подумал наоборот, нас пойти свалюсь куда-то в канаву и вот. Это нормально. Давай похлопаем. О, возможно, Нэнси скоро вернёт к нам присоединиться. А мы уже почти закончили, наверное. Ну, типа, чувствую я, что уже дело к концу идет. Ну, можно сделать реакцию. Нэнси, мы ждем реакцию. Ждем Нэнси на реакцию. Поехали, поехали, я не могу. Уф, печально, конечно. Она все еще там стоит? Она все еще тут стоит, кстати. Ну, пойдем. Давай сейчас посмотрим, диалог изменился. Ты можешь с ней поговорить? Да, я могу здесь поговорить. Думаешь, я не могу просто уйти? Какой богатый выбор. Ну, слушай, все равно 6 вариантов. Целых 6 вариантов выбора. Да. Это как, знаешь, голосование в Северной Корее. Кого выберете, Ким Чен Ына или Ким Чен Ына? Или Ким Чен Ын. Ну это уже... Это уже не важно, это уже дополнительное голосование. Если ты боишься потеряться, я могу тебя отвезти. Она же говорила, что все... А куда она? А Кто-то куда? покинул наш чат. Кто посмел покинуть чат? Забаню. Если сейчас с машиной все нормально будет, я бы Да, она сейчас поверил. прикоснется к машине, и машина такая бабах, и превратится в ламбу. Чуть. Это выглядит крипово. Я не могу, да, смотреть. Я не могу осмотреть машину взаимодействия. Я даже не могу ничего. Это все из-за того, что мы так много лутали. А почему мы идем куда-то в другое? Интересно. Это сейчас произойдет. О, поехали Где лутаться. Або? Поехали лутаться. Эта комната очень противная. Пахнет как соленые огурцы. Жесть, ура! Есть комната с огурцами. Все отопление, кстати, работает. Прикольно. О, нам на 10 минут через 10 подсоединиться. Через 10 минут уже поздно будет присоединяться, я уже пойду спать. А сколько у тебя еще времени? А вот. Напряженный разговор, короче, тут. Хорошо. Жесть. А, она все еще за нами ходит, ладно. Ты тоже думала, что она сейчас убежит? Да, ну типа это обычно так и происходит. Внезапно резкое изменение настроения на хорошее. Что я взял Опять сейчас? чему? Я тоже. Я забыл, че... Кассета. Блин, а, нет, все правильно. Краски, наверное, да, я взял. Судя по тому, что же желтая. Ну да. Так, это какая-то странная комната. Это сюда мы пока еще рано. Здание О. Б, комната. Ай, другой дом. О, тут Россинка. есть лифт. Как он? Что это, шоколадка? У нас разве была шоколадка? Дадим ей А, шоколадку? да. Ну, давай отдадим. Откуда у нас шоколадка?
Ты не помнишь, на каком моменте у нас появилась шоколадка? Ну, где-то в моменте, где мы лутали все. Что-то я не помню, кстати, чтобы я лутал шоколадку. Ну, потому что мы не все предметы смотрели. Ты быстро прокликнул Ну, может шкафчиков. быть. Так что нужно в одном шкафчике просто было. Так, Шоколадку ищешь? букварь, матрешки, вышивка, кассеты, хлеб, ключ. О, ключ, что за ключ? А, от комнаты с А, это ключ. бензином. Икона, конфет. Ну вот, конфеты я помню, а шоколадки нет. Краски, Листы с пряник, номера. листы с номерами. А что за номера? Ну, я и говорю, мы же... Ну, ты когда лутал эти шкафчики, там ты быстро прокликивал, зачем, возможно, в одном из шкафчиков там были листы с номерами, шоколадка. Кассе, ну может быть, кстати. Сожженная поэма. Старая батарея. Все. В школе у меня был друг, которому нравилось есть батареи. Тархун. Фигурка. Электроник. Наверное. Так, чертежи. Какие-то ценные. Чашка, чеснок. Ценная чашка. Ценная чашка. Можно будет задорого продать на Авито. Делать линзы. Я опять не могу лутаться. В чем есть смысл заходить в каждую комнату, если не могу лутаться? Ну, посмотри, что она говорит. Отличное удобрение, ну да. Это я знаю. Это называется компост. Так понятно, походу у Гашки уже кукуха начала ехать. Ну, блин. Хотя убить-то такое. Ну, слушай, ситуация, конечно. О, жесть, как О. современно. Ошибка Windows. Ошибка Windows, жесть, откуда? Подожди-ка. А, я не могу это подобрать. А что это за комната? Почему нет комментариев? Скажи что-нибудь. Ладно. А, это Петербург. Круто. Вот эта лампа, она прям классно горит. Это макет дома. Стоп, если Лера такая же, как... Ой, не Лера, а Нина. Такая же, как дом, она, получается, может становиться меньше и больше. Наверное. То есть она, к примеру, может жить в этом макете дома, живя в большом доме. Зачем? Ну хотя, в принципе, наверное, да. Это интересная теория, как минимум. Хм. У тебя море уже скачался. Да. Как ты, подожди, увидел? Ну, у тебя просто резко Steam высветился. Не поняла, как так. Ладно. Ой, опять что-то. Как же без спички на унитазе. Ну тут ничего интересного нет. Да. Подожди, тут улыбка есть. Тут тоже секретная дверь? Нет. Ладно. Стекло, Нарния. Ой, не Нарния, а Зазеркалье. Действительно. Пошли. Кого? Стоп, их сейчас было трое. Да, мне тоже так показалось. Сразу же на следующий этаж. А я не знаю, кстати. Подожди. А, Блин. сейчас нормально. А. Ну и ладно. Блин. Печально. Если этот бассейн сейчас заполнен водой. Что тут делает рояль в бассейне? Тебе не кажется странным, что тут рояль в бассейне? Почему в рояле какие-то щупальца или что это? Сейчас начнется очень интересное аниме. Нет, не дождешься.
А я тоже умею играть на фортепиано. Плохо, но умею. Но ты играешь с математической точностью, диссонирующие пустые. Это типичная классика, все нормально. Да Так ничего, я играется, сплю так дома. играется, так играется классика. Это база. Че он там скинул? Мощно. Не. Понимаю. Тип чисто бизнес. Не, ну автор, если это сделал не найти какой-то автор, то прям, ну запарился, слышишь, прям даже музыку подделал под голос жителя. Помощью. Это все чат GPT. Но смотри, я понимаю, вот в этой части есть вода, а в этой части Ну нет да, воды. видно то, что это темнее часть, и там растения, кувшинки, водоросли. Я в воде, получается, да? Ты по воде ходишь. Жесть. Джесус вот активирован. Давай пойдем дальше. Ну, давай. А я один не Блин, я мог? думал, эта игра еще закончится на моменте, где мы уезжаем. Она довольно-таки длинная. Ну, достаточно, я у тебя на пути, да. Ну, давай ее оттолкаем. Ай, все. И сейчас опять аниме начнется интересного жанра. Нет, мы такое осуждаем, кстати. Здесь у нас двери. Они, понятно. Ну и Понятно. ничего интересного тут. Понятно. Их нельзя залутать, значит, это неинтересно. Давай тут сохранимся на всякий случай. Мне не нравится то, к чему все идет. Сейчас будет босс Еще файт. только. Понимаю, лестница. Пошли. Спускаемся. Ну давай. А, надо было поговорить с ней сначала. Блин. А, ну она сохранилась. Но мы потом поговорим. Что-то странное происходит. Все-таки мы же вроде прошли мимо тех грибов. Ну нет, мы же их потрогали. Да нет, мы мимо прошли, их даже нельзя было взять. А, я думал, концовка. Ну это, наверное, концовка, кстати. Нет? Кажется. Давай поговорим с ними, что они сейчас скажут. Жесть. Прикольно. Нас не посылают. Это прогресс. Будешь с нами играть. Ну давай. А во что? У меня есть Стоп, подожди. букварь. Вернись, что там было? Кого? Зайди в меню персонажей. О, тут Ника, кстати. А, ну, Ника тут уже давно, Леры нет. Ну, как бы имя есть, а Хм. картинки нет. Интересно. Хм. Тут понятно, Я жду, когда наверное. там две будет картинки Ники. Да это все будет объяснять. Это кто? Это наша мама. Наверное, кстати. Веселишься? Нет. Я грущу. Этот инсайт. Что у нас на ужин? Это сюрприз. Ника? А, это хэппи-энд. Факт. Жесть. Сколько всего концовок? Я сейчас посмотрю. О, можем поговорить. Это вообще капец, жесть, как спряталась, классно. А, и все, понятно. Ну, залутать. Покучу. Вот. Мы не можем ничего залутать, Ну, обидно. вроде бы, потому что мы все лутали, должна была быть плохая концовка, а так хорошая. Видимо, значит, не влияют. А вдруг, типа, потому что мы лутали все, типа, время прошло, и поэтому машина заржавела. А если мы все пробежим, то право ему. Думаешь? Подожди. Сейчас я посмотрю на сайте автора, сколько у нас концовок. Ну, как минимум две. Ну вот у нас две концовки, да. Просто заметка Бэт. автора. А, ну типа стандартные. Спасибо, что поиграли. Пожалуйста. Мне Ссылка нравится, на что донат игра в в описании. скобочках. Ну, хорошо сделано, согласись. Ну да, кстати, прикольный вайп такой интересный и визуал приятный. На это, в принципе, можно сделать видео. Надо будет заставить Хори сделать видео на эту игру. Правда, мне кажется,
Хотя, собственно, от YouTube, с YouTube сейчас где мани-мани ты, по сути, не получаешь. Автор, спасибо, что вы поиграли в эту игру. Стримеры, спасибо, ссылка, пожалуйста, ссылка на донат в описании. А, ну тут дальше титры, понятно, ничего интересного. Чара. Чара же... Жесть. Ты заскринил? О, Нет. Веном там еще был. Кто? Веном. Четко. Перевод на русский от Deadline. Вернуться в главное меню, ну Чара. да. Что еще Чара остается? и Веном, весело. Ну продолжаем, получается, с самого конца. Так мы Давай. хотели поговорить. Да-да-да, то, чего ты ожидала. Нет. Это похоже на стилистике на Шарлотту, второй или первый эпизод. Ну да, кстати. Тебе все еще страшно? Тебе страшно? Ну, Да. напрягает, но не прям. Тебе не должно быть страшно. Хочу увидеть кота. Все, понятно, скип. Это угроза. А как уйти? О, а мы можем ее отправить, отойди. Вот давай к ней подойдем сейчас. Подожди, а почему? А. А, так она воссоздала наши воспоминания. Реально, жесть. Вот это мув. Теперь понятно, что тут делает фотография меня. Неважно. Стены никуда тебя не выпустят. Город сожрет, спасибо, не надо. Выбирать. Почему-то мне кажется, что сейчас будет плохая концовка, то, Побед, что мы с ней побег, да. поговорили. Просто хочу жизнь, это не о тебе. Просто хочу Да, я жить. просто хочу жить. Она сейчас толкнет. Я на О, всякий давай случай. плохую концовку. Yes. Смотри, смотрю. Хорошо, что тут все заблюрено. Да. Или... Допустим, нет. Ну да. Подожди. Я пытаюсь сбежать. Да, допустим. Хорошо. Жесть. Так, теперь с ней всего лишь похоже на аниме. Согласись. Не знаю, не смотрю такое. Как Блин, бы это рисовка, сказать? кстати, такое ощущение, как будто внезапно сместилась, типа, с карандаша на какие-то пастель или на Ну, я в мел. рисовке не особо разбираюсь. Вот такое ощущение, как будто нет. А, это True End. Круто. Но это последняя концовка получается. А, то есть Sunset всего две Point. концовки. Ну да. Жаль. Три. О, а сейчас что она скажет? Очень хорошо. А, ну вот, кстати, теперь ее слова имеют смысл. Ну, кстати, да. А чё, ну и тут ничего не изменилось, да? Ну да. Может, средники какие-нибудь тут есть еще? Конец. Космо. Из Джерри, тех более-менее Эми. Эмми. Веном. О, темпура, темп Комфорт. узнал. Веном и Чара. Ну все, получается. Ну это все получается. Жесть. Вернуться в главное меню. Ну да. Это получается все. Да. Ай. Я выложу на YouTube, интерес, сколько это наберет просмотров. Даже чисто без пояснений, возможно, потом можно будет сделать на эту тему прям такой видеоролик основательный.
Подожди, я сейчас смотрю.